Маршрутки, без которых просто сложно представить общественный транспорт, подверглись детальной и доскональной проверке со стороны сотрудников ГИБДД. С 17 по 26 августа на территории Армавира прошли рейдовые мероприятия «Автобус». От пристального внимания блюстителей порядка не ускользнула ни одна мелочь. Если в салоне огнетушитель и аптечка, плотно ли закрываются двери. Не забывает водитель во время поездки включать фары ближнего света. В целом проверялось техническое состояние транспорта. Не остались без внимания и водители, обхождение с пассажирами, курение на рабочем месте. Если количество пассажиров в салоне превышало допустимую норму, то тут же оформлялся протокол. На данный момент составлено 50 административных материалов. Привлечены 2 юридических лица за нарушение правил перевозки людей. 26 августа профилактические мероприятия «Автобус» будут завершены. Но сотрудники ГИБДД без внимания общественный транспорт не оставят. Безопасность пассажиров, строгое выполнение всех норм и правил перевозки должны выполняться досконально. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».